Привет! Сегодня я буду делать картину новогоднюю из оригами модулей. Мне понадобится необходимое количество модулей, сделанных из бумаги, цветных, сколько мне нужно, схемка. Схема будет в описании под видео. Модули я делала маленькие, то есть один листик А4. Я разделила на 32 части и сделала модули. Сколько здесь всего штук, я озвучу в конце этого видео. Если вам интересно, оставайтесь со мной. По схеме у меня первый ряд идет 27 модулей. Берем модули вот таким вот образом, как показано на видео. Пока можно взять 3. Их будет 27. Скрепляем внутренним вторым рядом, это будет внутренний ряд, его не будет видно на картине. Скрепляем два носика от разных модулей, вот эти два носика, вот. Их скрепляем этим внутренним модулем вот таким вот образом. И дальше так же самое, по такой же технологии, нужно сделать первый ряд наших модулей. У меня их 27. Вот, первый ряд я сделала, у меня по схеме нижний первый ряд, это 27 белых и 6 оранжевых, это первый ряд. Второй ряд я как бы не считаю, потому что он будет внутренний, его на картине видно не будет. Начнем второй ряд, значит, одна оранжевая, второй ряд, захватываем вот эти два кончика, то есть один кончик внутреннего ряда, вот один, и один внешнего оранжевый, тоже вот таким вот образом ставим модуль, вот таким вот образом насаживаем модуль на эти два кончика наших. Второй у меня модуль сиреневый по схеме. Тоже таким же образом, как и первый модуль. И их скрепляем уже белым обычным модулем внутренним, вот таким вот образом. Вот. Первые ряды сложновато, конечно, делать это, капец какой-то. Так вот должно получаться. То есть это белый, это внутренний ряд. Вот он закрывается, этот внутренний ряд. Его не видно. Дальше по схеме у меня белые идут. Их также скрепляем внутренним модулем.
что у меня получается. Тут сейчас у меня все распалось, я заново все делала. Вот такие вот два ряда я пока что сделала. Это вот с цветными модулями. Этот ряд внутренний, еще раз повторю. Значит, начнем дальше делать третий ряд. У нас одна оранжевая. Таким вот образом вставляем в первые два модуля, которые торчат у нас. Ой, они маленькие. Все хочет постоянно скрутиться на эта картина. Вот первый оранжевый. Дальше у меня идет сиреневый. Вот. И сразу скрепляем их внутренним модулем беленьким, которого не будет видно. Вот, два сиреневый и оранжевый скрепили. И продолжаем по схеме также до конца. Должно получаться. Почему-то скручивается постоянно. Вот меня это бесит. Скрученная картина будет.
Вот такая вот картина у меня получилась. И, как обещала в начале видео, скажу, сколько у меня здесь модулей всего. Внутренних, внешних и цветных. Значит, 2157 модулей всего здесь. Понравилось видео? Ставим классы, подписываемся на наш канал, делимся с друзьями видео, пишем комментарии. Всем пока! До новых встреч!